Всем привет, ребят, с вами маленький Астрэкстрим. Сегодня мы с вами будем играть в игру Астрэкстрим. So much time has passed, but Lee has never been on camera. Maybe need to look at all the cameras again. Michael. Look, this is my sister. Hooray, she seems to be fine. Stop. Там сидит лис. Это лис. Вот мороженщик, главный антагонист игры. Вот Селена. Он самый главный антагонист у нас. Он похищает 4 друзей из нашего города. И почему он вообще стал таким? Потому что его, когда он был еще, ну, во втором классе, что ли, он его все обижали и говорили, что он, типа, очень толстенький, пухленький и так далее. Из-за этого он таким стал. Ну, нарушена психика, короче. Ну, в принципе, школа — это школа, жизнь такова — такова. Короче, все ее похитили, Чарли там пойдет в трубу, если я не ошибаюсь, я обязательно. Давайте начнем проходить. Для начала чтобы это зайти. Вот эту дверь открываем. Первым делом нам нужно искать. Конечно, конвертик. О, да, кстати, он забавился. Очень, кстати, хорошо. На изи тоже может быть такое, что он забавился. Так что это фан-мейд версия. Я не знаю, будет ли такая в оригинальном, но фан-мейд тоже. Обязательно можно пройти. Так, ну вот он как-то ходит, как-то непонятно. Как вы видите, там пакетик лежит, сахар. Вот его мы будем использовать для прохождения. Нам понадобится. Кстати, мы его уже нашли, даже давайте несем. А, нет, надо было назвать. Ну ладно. Мы это сделали, значит, нам нужно. Чего? Забавился текстуру. Такого не было, ну ладно. Давайте вот сюда. Вот сюда купил. Тут еще что-то есть, да, вот. Замечательно. Так, тут у нас шкафчиков тоже много чего. О, палочка. Палочка понадобится. Эти палку мы поставим там, чтобы ничего не потерялось. Так, открываем вот это. Сахара для инструмента. Теперь берем стик и засыпаем. Нет, нам нужно вот эту вот. Так, ждем, пока это перемешивается. Получается вот карамель сгущенка, типа что. Ладно, в принципе, берем теперь это. Вот это нам большая часть понадобится. Ну, на самом деле нам понадобится флешка. Так. Доложим. Все. И отходим на мамочку на некоторые секунды, пока мы можем тут что-то наделать. А также вы тут можете написать тут свой канал. Но тут только мы один ютубер, другой сделаем. Ну ладно, давайте просто берем вот этот десабл и погнали нести к компьютеру взламывание решетки. Нам это понадобится. Сейчас будет холодильник. Ждем, пока я не знаю. А да, кстати, подписывайтесь на мой канал, чтобы контент был лучше. Все, мы прошли эту игру. Мы фанмейт. Liz, how are you? I'm fine. It's so tight in this cage. Ну, кстати, что он там оделся? А почему он в трубу прыгнул?
Так, окей, они бегут. И все, они радуются. Теперь они будут, походу... Так, ну вот мы прошли и так далее. Вам, ребятки, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Думаю, восьмая часть еще будет, потому что мы будем пробовать там снимать. Пока.